Здравствуйте, дорогие зрители. Мы еще. Сегодня мы опять хотим рассказать вам о новостях Голливуда. Но не совсем Голливуда, потому что у нас тут будет главный герой сегодня, Козырыч. Да ну, это кто? Вау, любимец миллионов. На самом деле, потому что у него в Твиттере 47 миллионов читателей. Ой, ну не надо, я тебя прошу. Такое впечатление, что весь Твиттер абсолютно только его и читает. Почему? Есть еще рекордсмены. Ну, Джастин Бибер, понимаешь, любимец миллионов, любимец девушек. От 10 до 13. Комсомолец, красавец, вообще сладенький такой. Фу. Ну, не важно. Задница слепается. Нет, о качестве его творчества разговаривать я не хочу, поскольку у меня эта песня «Бэйби, бэйби» просто... Ужас. Ладно. Короче, вот если у тебя непорядок с желудком, послушай. А, не, у меня с желудком в порядке все, поэтому я его слушать не люблю. Ладно, но дело-то, в общем, не в том, а дело в том, что как себя ребенок ведет. А, в общем, слава ему как бы в голову бросилась. Да. Да, в общем, ребенок совсем с катушек съехавший, и, в общем, что он творит, я вообще не понимаю. Еще один дома? Еще один дома, абсолютно верно. Вот я не удивлюсь, если точно так же все и закончится. Кошмар. Ну, начнем с того, значит, что у парня жуткая страсть портить городское имущество. Придурок, естественно, кто умный, что ли. Короче, где он, куда он едет, да, вот там он граффити разрисовывает стенки. Ну и вот, но не везде это дело так проходит. Это у него просто талант, ты понимаешь, что ищет выход. А, он еще и художник. А ты думала. Да. Кто бы мог подумать. Ну так вот, смотри, в Бразилии испортил стенку дорогущего отеля в историческом центре Рио. Представляешь себе? Нет, это вот точно так же. Прийти, например, я не знаю, ну куда? К Капитолию, да, и ему стенку вот так вот изнахать. И написать там, тут был Бибер. Вот он самый тут и был. Оси и Киса тут были. Точно. Ну так вот, так ты понимаешь чего? Он говорит, что он разрешение получил, да? Ну а городское начальство говорит, ну да, получил, но не эту же стенку-то портить. А они не уточнили, сами виноваты. Не, ну там наверняка оговаривалось как-то, но он, видимо, знаешь, далеко решил не ходить, вот и прямо вот вышел из отеля, прямо тут все и нарисовал. Отлил, так сказать, в граните. Вау. А вот. Ну и точно такая же история была в Австралии. Ну там, значит, в пригороде Брисбена он поселился, ну и изрисовал тоже первую попавшуюся стенку на пути к пляжу. Беленькую. А там, значит, теннисные корты. Шиза. Вот теннисные корты были окружены вот этой белой стеной. Ну, взял и зарисовал. Но там ему сказали, вот тебе химикат, иди смывай. Он аж застрелится. Вот. Потом, значит, были еще два варианта. Вот для мальчиша-плохиша на выбор. Значит, или вот иди поработай на общественных работах, да? Там мусор покидай, бери больше. Ага, от забора до обеда. Да. Или надо было дать бесплатный концерт перед Рождеством. Ну, что-то как-то вот сомневаемся. Да, жаба задавит. Его жаба задавит, бесплатный концерт. Он же, мальчик, ты жадноватый. Ну, я думаю. Не, ну тут дело еще в чем? Он же в Австралию рискует не въехать. Ну, тут еще, кроме этого, там другие скандалы были. Не, нехрен ему делать в Австралии. Австралии будет явно лучше без него. Тут и в Бразилию он рискует не въехать, потому и что тоже хорошо. Да, к скандалу с граффити прибавился скандал с бразильской прессой. И это, кстати, тоже не первый случай. Там, почему? А вот, ну как, его фотографировали, да? Ну, как ты знаешь, представители первой древнейшей у нас очень... Нет, дорогая моя, не первая древнейшая, а пресса у нас вторая древнейшая. А, все-таки. Извини, а какая разница в сущности? И то, и другое. Что, шлюхи, что фотографы? Да. И то, и другое, неважно. Ну, перепутала маленько, ну, бывает. Ну да, бывает. Ошиблась только в цифрах, извини. Ну, я ошиблась. Пардон, фотографы, не о вас речь. О папарацциях. Так вот, значит, поскандалили там, значит, фотографы с его охраной. Охрана побила этих фотографов, отобрала у них камеры. И, в общем, те пожаловались. Папарацци, бедные. Да, да, ну это ладно. Потом он, значит, посетил некий клуб, где приятно пообщался с представительницей, ну, извините, уже первой древнейшей. Да!
А клуб потом закрыли за пособничество проституции. Резко. Да. Там же он Он пригласил... еще из экзот? То есть стучит? Видимо, клубу было привлечено столько внимания, что власти сказали, А. что а шит, ох, у нас там вот такое. А мы не знали. Спасибо, что сказали, да, спасибо, что навели. А потом он пригласил еще одну девицу провести вместе весело время, и когда она к нему пришла, то он вроде как вообще отрубился. Ну, няня ему была Спал. нужна. Ну, там непонятно, что было, потому что Дитё она же, ничего... блин. Да, она ничего такого не рассказывает, но зато его сняла и выкинула съемки в YouTube. Где... Там... Люди, говорит, люди, он меня не трахал, вот. Там просто, понимаешь, что там он лежал тихо, мирно, спал в обнимку с собачкой, с кем Ну, он там. вот, дитю была нужна нянька, он просто не в ту контору обратился. Ну вот. А в Панаме такая же история была примерно, но там девушка сказала, сколько ей было заплачено. Цельных $500, представляешь? Для Панамы это деньги. Зарядом поспать? Нормальные бабки. Наверное, да. Но если учесть, что парню еще 20 лет нету, то он, конечно, ходок. Ай, да он больше делает вид, чем ходит. Не, ну там, понимаешь, там очень интересно. Значит, я сначала задумалась, он совершеннолетний или нет, полезла смотреть. В Канаде он уже совершеннолетний. Там в некоторых провинциях с 18 лет совершеннолетний, в некоторых с 19. Вот ему 19 стукнуло. А у нас, между прочим, в стране совершеннолетним становишься, когда из армии возвращаешься? В 21 год. Вот, я поняла. Вот надо в армию. Ага. Надо в армию. Или посидеть. Вот тоже сейчас неплохо. Про посидеть я тебе сейчас как раз и расскажу. Давай. Началось с того, что в Австралии, опять же, вся его команда была задержана в аэропорту Брисбена, потому что в багаже одного из музыкантов была найдена специальная такая фигня, с помощью которой курят марихуану. Да? Для этого фигни нужны? Ну, знаешь, они люди продвинутые, им просто так, им же сам процесс важен. Ну и, короче говоря, парни оштрафовали, но Бибер там устроил дикий скандал, оскорблял офицеров полиции и все такое прочее. Я, короче, говорю, что его скоро перестанут впускать вообще во все страны. Дальше. В Южной Америке он вообще же не стесняется. И, в общем, там целая череда скандалов. Ну, помнишь, в Бразилии побили папарацци, да? Ага. Официально жалоба. В Аргентине он вытер сцену аргентинским флагом. Блин! Вообще идиот! Ваши зануды! Он что, спутал со своими трусами? Нет. Он говорит, что якобы он думал, что это рубашки. Ему на сцену фанаты кинули два флага, да? А обычно же так. Да, люди кидают флаги, значит, певец их подбирает и, значит, начинает им весело с... Ну да, помахивать так это. А этот же не очень умный молодой человек, значит, не стал ничего поднимать, просто взял стойку микрофона на эти, значит, флаги и этой стойкой начал возить по всей сцене. Ну, народ, естественно, возмутился. О, а что там, тюрьмы за это нету? 4 года. А, да? О! Самое то, что ему надо. Ну и последняя капля, конечно, которая переполнила чашу терпения аргентинских властей, это было нападение, опять же, на фотографов, охрана певца, нашей этой самой звездочки малокультурной. Напала на этих самых фотографов. Во-первых, они их побили, пытались отобрать камеры, и когда не получилось, и, значит, парни от них смотались просто, да, быстро сделали ноги, то охрана побежала за ними, вломилась в их офис. Оба-на. Перевернула там все, что вообще было. А это было. Уже взлом, и вообще это уголовное дело, ой, какое. Да-да-да. Мало того, они, значит, вскрыли сейм и вытащили оттуда 100 тысяч песо, а это на минуточку почти $12 000. Ни хрена себе! А в Аргентине тюрьмы не самые лучшие. Да, я думаю, как и в Бразилии, где много-много диких обезьян. Да. И в тюрьмах тоже. Ужас. Где такого сладенького очень даже ждут, да? Ну да, да. Ой, он такой, он там будет очень популярен.
Я думаю, там очередь будет стоять. Но дело даже не в этом. Дело в том, что Аргентина, короче, обратилась в Интерпол. Ау! То есть задержать Адиота. Вот. Самое то. Ну, я думаю, посидит, успокоится и, да, может быть, выйдет. Потому что вот таких точно надо что-то с ним делать, потому что он вообще, он офигевший. Он офигевший. Родителей у него нету? Что говоришь? Родителей, мам, пап. Ой, знаешь, не интересовалась. Ну, видимо, если он так себе ведет, то там как бы на него влияние практически никто не оказывает. А его агент, идиот, который его должен двигать. Так самое интересное, если он будет рожать в том же духе, его скоро вообще никуда пускать не станут. И что он будет делать в своей Канаде? Окучивать эти самые лесоповалы? Да. Да, он будет в Канаде сидеть, если вообще ему разрешат выехать из Канады хоть куда. Ну, придурок. Ну, я говорю, слава голову бросилась. Этот Калкин, Маколи Калкин, он хоть такие вещи не делал. Ну, Маколи, он хоть себя грубил, а этот-то вообще... Ну, да, а этот гробит вокруг все, ну, дурачок. Ну, да, заплевал все вокруг, закрасил там, загадил. Ну, бывает, ладно. Ладно, бог с ним, пусть он живет как хочет. У нас две приятные новости напоследок. Ну, что там хорошее, ага. У нас Брюс Уиллис станет отцом в пятый раз. Ба, опять девочку будешь ждать, интересно. Не знаем, кого он там будет ждать. Ой, блин, какая у него страшная старшая дочь. Мама родная. Ой, как вспомню. Ой. На вкус и цвет, знаешь, ломастеры разные. Ага, да. Короче говоря, вот его жена Эмма ждет уже второго их общего ребенка. И, в общем, он страшно счастлив. Он говорит, ой-ой-ой, как здорово. Ну, чего? Конечно, хорошо, что очень даже здорово. Вот, но... Последняя новость у нас тоже такая довольно забавная. Ну как, с одной стороны, она приятная, потому что Кейт Уинслет, отличная актриса. Она родила третьего ребенка. У нее уже два есть? Да, от первых двух браков. Минутку, у нее что, от каждого брака отдельный ребенок? Да. Кайф, молодец. Вот, значит, парня этого зовут очень оригинально, Нед Рок-н-Ролл. Ой, мама родная. Ну, это не его настоящее имя, это у него сценический псевдоним, кто бы его только знал, да, если бы не Кейт. Ну да. Его по-настоящему зовут Эйбл Смит. Вот шикарное имя, Смит, все равно, что Иванов. Ну, потому и рок-н-ролл. А, ну да. Ой, не могу. А можно еще Нед Пасадобль. А, ну да, Нед Танго. Ну да. Ну вот, он племянник миллионера, естественно. А как ребенка назвали, это вообще песня. Знаешь как? Да. Бэр. Как? Бэр, медведь. Большой? Насчет размеров не знаю. Ну, есть большой медведь, индейское имя такое. Большой медведь! Это, блин, Big Bear. Во-во. Да. Вот я интересуюсь, что у них там в головах, когда они такие имена детям дают вообще жуткие. Солома в головах. Солома. А ты что думала? Опилки, я думала. Тоже хорошо. Значит, у них в головах солома! Ну, представляешь, ребенок вот с таким именем расти. Медведь. Ну, что это такое? Сама-то Кейт. Ну, ты знаешь, что подрастет ребенок, пошлет их нахрен и возьмет себе нормальное имя. Там какой-нибудь Джон. Ну да, или Барух. Джон рок-н-ролл тоже круто. Нет, лучше Джон Смит. Не, ну если он Бэр рок-н-ролл, то это вообще аут. Рок-н-роллистый медведь, это же народ в лёжку ляжет. А каково ему будет в школе? Смотри, The Bear Witch Dances Rock'n'Roll. Ага. Нет, я думаю, что в школу он не пойдет, у него будут частные учителя, потому что с таким именем в школу лучше не ходить. Не знаю. Ты говори, бедный, сколько он доставит радости детям. Ну, вообще, вот такая вот у нас история на сегодня. Да, веселушка.
Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Всем удачи, всем счастливо. И это теоретически с наступающим Новым годом. Да-да. Всех, кто празднует католическое Рождество, с Рождеством. Все, которые празднуют православное Рождество, с наступающим Рождеством. А вообще всех с Новым годом. Да, вообще всех с Новым годом. Вот. Пока.